хороших кучей. Это мол, да. Первое прошли, ну, так сказать, пехота. Потом военно-морские силы. Потом МВД там и все, и т.д. Потом пошла техника. Инверсия была разноцветная. Инверсия – это выхлоп дыма. Там красный, зеленый, розовый, вот такой. Красота такая была. Ой. А потом между домов там какое-то расстояние, вертолеты. Прямо чуть один раз вот так прошли, примерно говорю. Другие вот так, а третьи чуть не по головам. Начали. Стоп. Сейчас я вам.